Ядерон, летящий на крыльях ночи. Ужас, несущий самые фантастические разрушения. Отлично получилось! Вон сколько мирового авторитета добыли! Я не понял, в какой момент в Монстрополисе я стал номером 2? Не беспокойтесь, мистер Перегрендл. Мы мигом вам рейтинг поднимем. Всех перепугаем. Может, Британию пуганем? К черту! Я им уже дружбу с чистого листа предлагал. Они и то не испугались. Да и камера у них натыкана. Тогда Прибалтика? Не вариант. Они и сами себя неплохо пугают. Может, Украина? Зайдем? Как зайдем? Нас же там нет. Да и мальчик там не спит, не наигрался еще. А это вариант. Мы пугаем, вас обороняем. Давайте напугаем ее тем, что территорию у нее оттяпаем. Было уже. Нет уж, пугать так по-настоящему. Дебил, блин. А он еще и православный коммунист. Реальное уродство. И посадим его в любимое девочкино кресло. Срочно опечатать дверь! Забить ее гвоздями. И никакого авиасообщения. А как же наши туристы? На них тоже забить. Что это? Отравленное вино! Немедленно на уничтожение в Роспотребнадзор. А рейтинг-то того не получилось попугать. Ничего, опять попугаем в ЦИОМ. Продолжим. А вот кого я сейчас попугаю. Фантастическими санкциями. Чё за хрень? Бу? Киса! 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 Воу-воу-воу! Подписывайтесь на этот потрясающий фантастический канал! Вот мы уже всей страной подписались! А те, кто не поставил тут хотя бы одного лайка, сразу расстреляли! Потрясающе! Ха-ха-ха! Фантастика!